В Дагестане снимут фильм об имаме Шамиле. Режиссер-постановщик картины уже известен. Это Константин Бутаев, актер и режиссер. Он сыграл более 100 ролей, в том числе и главную в фильме «Сказание о Хачбаре». Сценарист Светлана Кармалита в соавторстве с Алексеем Германом Старшим. Накануне они прилетели в Махачкалу. Творческая группа встретилась с журналистами. Они рассказали о работе над фильмом. Предполагается, что картина будет состоять из двух полнометражных частей по 1,5 часа каждая. В середине 2015-го планируют закончить работу по написанию сценария. Нам этот проект интересен. Чем мы можем помочь? А мы очень хотим. Мы очень хотим принять участие в этой работе. Я говорю, киностудия «Ленфильм». И очень хотим помочь, потому что, ну, не говоря о том, что речь действительно идет о очень важном периоде в жизни России тоже, но вот сама эта идея, она захватывающая, интересная. С инициативой создания фильма о Шамиле выступил глава республики Рамазан Аблатипов. Был создан оргкомитет и специальный фонд, который занимается продюсированием. Как говорит наш Рамазан Гаджимурадович, культура, история и будущее, все это, оно взаимозависимо. Лично я благодарен Рамазану Гаджимурадовичу, что он вот эти вот вопросы из-под ничего поднял. Творческая группа пробудет в республике несколько дней. За это время они проведут круглые столы на РГВК и ГТРК «Дагестан», а также отправятся на гору Ахульго в Унцукульском районе.